А, фьючер. Так, ну что? Погнали, Зевс. Зевсыч. Зевсыч для Хабибуста, братан, для тебя. Ты попросил? Я не отказал. Я вот думаю теперь, что лучше качать, тройку или единицу. Тройка, я крипов не смогу зачистить. И, блин, а без тройки единица такая себе. Щит. Кстати говоря, щит, наверное, лучше всего прокачать, да? В общем, посмотрим Зевса в конквесте на миду. Насколько он сейчас актуальный. Я вообще без понятия. Hey, what's up? Hello. Но пока у меня есть сомнения, что ему прокачать. Двойку качай. Да я тоже думаю, Ростислав, то, что нужно двойку прокачать. Двойку, Денис, тройку. Ну да. Да. Ну потом. Да, еще час больше. Вчера только профу Зевса не доиграли, затащили, да? Потом тройка в макс. Ладно, давайте я вас послушаю, естественно. Потом, если что, у меня для этого надписи есть, чатик всегда виноват. Как бы, если я проиграю сейчас мид из-за этого. А кто против меня вообще стоит? Посейдон, точно. Посейдон, это жестко. Мне Егис нужен был, да, ребят? Пять из пяти, изи. Я надеюсь, что так и будет, Ев. Чего, у них джанглер и мир? Серьезно? Серьезно. Retreat. Кстати, там чувак билд прикольно сделал, стартовый. Сапоги Тахути, кольцо со стаками. Очень круто отыгрывал Зевс. Блин, я не знаю по поводу Тахути. Какой в нем смысл? Аня, мне красный выбьем. Будь так любезен. Типа, я не могу на маге играть без этого. Без книжки на ману. Thanks. Thanks. А то хоть и 30. Короче, максим щит, да, я так понимаю? Зачем я к нему лезу сейчас? Нет смысла же в этом никакого. Я сегодня чуть не проиграл Эмиру с саппортом магу, своим пыльным иконом приставал, но замер критами уничтожил. А, бывает такое, бывает. Максить Дерг. Дерг. Слушай, ну вообще да, ты прав насчет Тахути. Икон вроде тройку. Вот я всегда на Зевсу тройку максил. Всегда. Но мне вот посоветовали типа щит помаксить почему-то. Мы
Мазбек, твои тиммейты будут сносить хп, а тебе остается лишь штаху здесь. Блять, да, да, слушай, прав. Может получиться. Ганг, плиз. Камазоц у нас страдает. Бедняга. Что такое Тахути? Посох Тахути раньше был самым топовым артефактом у магов. Самым топовым. Блин, давайте в половину максить попробуем. Половину щит, половину тройку. Пошел покушать, пролил на себе кипяток, нормально. Ты там давай аккуратно смотри. На арене? Нет, на арене не играю. Тройку, единичку, щит последний, понял, все, понял, понял. Он с сапогом уже, блядь. Мне бы тоже по-хорошему сапог нужен, да? Надо аккуратнее доширак заваривать. Да, кипятком вообще не варики. Ничего, блин. Сапога нет. Сапога нет, все плохо. А имеет смысл то, что я вот так бегу, как дурак, блин? Играй потом Хероном. Слушай, ну можно, типа... Но я уж подустал. Чё, догангался, Зевс? Ру комьюнити, оно такое. Серьезно? Такие странные вопросы про режим игры, они такие заходят на арене, играешь, нет, нет, и уходят со стрима. В том же паладина, да, скорее всего, потом паладина пойдем, пару карточек сыграем в паладина. Блин, обидно, обидно то, что я красный забрал и умер. Давай, братан, убьешь? Выживешь? Выживешь? Не выживешь. Было неплохо, было неплохо. Чё не нажимается? Блять, нажалось, спасибо. А чё биться не прожал? Алло, так а чё прожимать-то? Он мне и закрыл полностью. Типа я бы просто бицы потратил. Ну вот как сейчас на базе это сделал. Лайк ставьте. Да, ребят, поставьте лайк, кому не сложно. И подпишитесь на канал, кому вообще не сложно ни разу. Стоп, ты что, на арене играешь? Ну тогда надо жить. Я, правда, не люблю арену, ребят. Это... Я очень много раньше на нее играл, в нее играл, когда учился играть. Спасибо за подписку на арте. Спасибо большое, ребят. Да, постой подольше там.
А о чем вообще с человеком говорить, если он в арену не катает, не бесит? Да. Пригласишь в пати? Куда, в паладинов? Да. Паладинов, ребят, мы со всеми, кто умеет играть, пойдемте в ранкеды поиграем. Ульта Эмира замедляет с бицами, мог бы успеть идти. Ну, кстати, да. Кстати, да. Ну, я в штурм тоже раньше много играл. Привет, удачи, на стрим был розыгрыш. Выиграть два раза. Не было, братан. А ты подписан платным, да, на меня? На всех, кроме Хана и Терминс. Понял. Блять. Привет, здорово, Данил. Так, о чем мы говорили? Мы говорили о Тахути, да? Я в вардах, ребят, всегда покупаем варды. В каждом видосе, наверное, на Ютубе я об этом говорю, то что нужно купить варды. Тоже Зевса куплю. Хорош. Зевс крутой. А, нет эскейпа, в этом его трудность. Все, это, наверное, единственный его минус. Ты бы так под башню не лез, то ведь и мир придет. Да, да. Колечко шамана. Нет, сначала Тахути, да, потом колечко уже будет. Привет, здорово, ребят. Че, Посейдон, как дела? Не хочешь драться? Зевс просто монстр после апа. Да, очень крутой. Сейчас мы проверим, как он именно на конквест заходит. Чего, блядь, почему молния в него не полетела? Бля, мне это не нравится. Там еще и Эмир идет. Покой всегда Тахути, мне кажется, очень большой прирост дамага от него. Но раньше всегда покупали Тахути, сейчас его никто не покупает. Рестайлинг. Кольца камень изоляции, осколок обсидиана. Вот камень изоляции в любом случае нужен. Ну давай, блин, ну ты ворвалась бы, мы поубили. Ну он всегда в первую очередь идет на крипов. А, серьезно, всегда прям? Ну это бред. У меня так это с волчугой сейчас везде заходит, если по ситуации скиллы воткать. Ну да. Помочь. Байте его, байте, братан, мы его убьем. Зевс, Эмир... Привет, Вилзабил, привет. Скрипами щит, бэт идея. Да, согласен. А
Она специально подождала, пока он выйдет, типа, а только потом юзнула, лол. Такое себе решение было, конечно. Блин, меня бесит то, что я отыграл начало нормально, и теперь Посейдон меня обгоняет уже на левел. Каким образом? Wake up. Блять, короче, меня гангать будут, чувствую. Бля, там опять. Вообще, осколок эпсида, мне кажется, не очень заходит. Как по мне, ему лучше магу собрать. Но вообще, магус мне тоже, кажется, больше подойдет. Как-то он массово же накладывает дебаф. Для других тоже будет зачетно. Так что за ранки, или ты не афишируешь? Почему мне афишируют? Афишируют, это ссанное серебро. Самое, что ни на есть, бесполезное. Я слился с платины просто за два стрима. То есть за два дня до серебра. И теперь не могу оттуда подняться. Выигрываю катки по КД, но все равно подняться не могу. Такая вот грусть, печаль. Не хочу я по... А, ну Зевс там. Забираем вышку. Лол, лол, я ушел. Он чё, блядь, по кулдауну, что ли, ультит? А сегодня нет кулдауна, что ли, или что? Блядь, глаз аж зачесался. Страшно было, аж глаз зачесался. Бля, не хватает чуть-чуть. Не знаю, с вашими подсказками берут Ахутин, но чё-то мне кажется, она не очень зайдет, если честно. Жестко было там встретиться, а сейчас только вчера платину взял. Хорош, хорош. Чего он лайфстил, мэн? Да ему не нужен лайфстил, алло. Дорогое, не шибко полезное колечко для мобильности. Да, согласен. А он не просто так лезет. Как сходка подписчиков, вон как много фанатов. Тахути не очень на Зевса. Мне только что сказали то, что это топич на Зевса. И чисто в теории все правильно рассказали. Лучше подвеску взял или колечко потом. Блядь, братан Терра, я тебя вообще никак не спасу. Я умер. Будь так любезно, убей его. Заспите, разлетаем к Жене. Ой, что-то не так. Что-то мы делаем не так в этой катке. А, у нас сейчас из-за стаков задержало. Без стаков лучше брать. Так больше толку, чем раньше, тем лучше. Как я не понимаю, как я проигрываю Посейдону, у которого гну. Паладин, заходить или нет? Да, заходите. Купи копье, пенетрата нужна. Бля, точно. А я собрался за медло брать. Блять, она просто АФКшная или что? Она просто ничего не делает у нас.
Мне нужно, кстати, Квалда проходить, да, в паладинах. Сейчас пойдем, ребят. Enemy missing, middle. Хоть, может, имеет тут смысл, так как имел слон и герк. Дабл килл. Силой себя пробивать никуда, сам частенько забываю, что пробивает Маккерин. Да, тоже забываю. Господи. Паладин со мной, держу в курсе, серьезно, прям сейчас что ли? Монет не хватает, блять, не хочу уходить, хочу жадничать. Убьют? Убьют. Что поделаешь? Поставьте лайк, когда меня убьют, если меня убьют. Неплохо, неплохо. Пропаганда. Спасибо, калачик. Ребят, поставьте Лукаса, кто сейчас смотрит, пожалуйста. И подпишитесь. До 1000 подписчиков всего ничего осталось. У нас все время скинчики разыгрываются так-то в группе. В группе, на стримах. Я пришел. Здорово. Блин, у меня такой... О, господи. Ну, я сделал все, что мог, ребят. Выделил. Но против таких танков Юмир пробивание не всегда спасает. Они могут залететь из прокаста вынести. Так что главное, чтобы команда не сильно дохла, и чтобы гангли нормально. Еще говорили, что... А, когда видят и теряют из виду противника, это основа канта. Мало терпси. Тогда, да. Ты подписался тут писем Джекич Манлов. Спасибо, братан. Не люблю репост, лучше так подари скинчик. Нет, дарить я не могу, потому что их мало. Будь у меня столько скинов, сколько вас, я бы всем подарил бы. Откуда скины беретесь? Хайры заприсылают. Блин, такое настроение хорошее. Может быть, сколько вас? Если вас много... У нас 57, меньше 60, было больше. Как получить поинт тем, кто с ютубчика? Никак, к сожалению. К сожалению, никак. Пробивание Зевсу. Да, да, будет пробивание. Здорово, спрайт. Сегодня такое количество донатов нереально, то что я просто в ахере. Давайте, знаете, что сделаем? Я сейчас разыграю скин сабскрайберам. И еще разыграю скин просто на стриме среди ребят. Будет гораздо пизже и приятнее вам. А вы будете знать, что я хороший стример, подпишитесь на меня и будете приходить ко мне на стримы. Договорились?
дискриминация. Я выделил Twitch, конечно. На Ютубе таких штук нет, к сожалению. Че, как дела? Нормально все, шедоланки? Всегда это знали, ну, красавчик. Скажите Адаму спасибо, у меня так настроение поднял, что мама не горюй. Всем добрым, меня здорово, Лучан, здорово. За такое количество донатов можно все скины разыграть. Как же криво. А чё криво? Как же? А он типа и так донатит без поинтов. Но Крио сейчас не донатит. Это, конечно, минус для Крио. Да не, не в этом суть, конечно же. Я действительно не могу просто сделать. Адам, спасибо, дыми, у меня настроение. Адам вообще жесткий. Самый жесткий, наверное, пока что. Какое количество донатов? Ну, больше 2000 за сегодня. Музыка много за... Да, да, я знаю, Крио тоже красава. Хоть он на меня и гонит. Но на меня обижается, что я с ним не играю, но я ни с кем не играю. Не-не-не, братан, не так все просто. Привет, новый скин для Зевс. Привет, это не новый скин для Зевс. Хотел сет закинуть, но у тебя там PayPal и карточки, так что облом. Спасибо, Virgil, за подписку. Нет, у меня есть Яндекс Иллюминат. Если ты хочешь меня порадовать, конечно. Но посмотри в описании к стриму, к твичевскому, наверное, там есть. Я могу скинуть. Из какой страны? Из России. Я, кстати, не подумал, да, и не дописал почему-то. Знаешь? Спасибо за подписку на арте. Я дописал в описании теперь. Прям. Тут хотел кольцо собрать. Да, я хотел. Блять. Так что, ребят, я любой поддержке рад. Главное, что вы смотрите, но если есть возможность задонить. Virgil, спасибо за подписку, да, братан, спасибо большое. Просто с Яндекса не будет оповещений, к сожалению, но я это увижу и прям сообщу на стриме. Оперативно. Так у меня ссылка была просто не скопирована в этот. Арти, а сколько тебе лет, если не секрет? 28. Не секрет. Я умер. Я жив. Ой, блядь. Блядь, всем здорово. Антихил плюс пробив. Ultimate down.
Что за кольцо мне там предлагали собрать? Что за звук? 150 рублей от иллюмината, брат. Вы жесть какие оперативные. Спасибо большое, ребят. Блять, я хочу камень души собрать. Можно, вы не против? Если не получится, я кольцо пересоберу. Блин, спасибо большое за 150 вообще от души, братан. Иллюминат, спасибо большое. Удачных стримов. Они будут удачные только когда вы будете на них приходить. А вы на них приходите, я очень-очень рад этому. Кольцо шамана. Кортекс, я думаю, оно мне не нужно, если честно. Кольцо шамана. Бля, ну нам Gold Fury сейчас не очень-то и нужно. Ты бы хоть тапка на пробив взял тогда. Тапка на пробив. Кольцо шамана и бат для Зевса, да? Бля, ну вы меня прям подбиваете, да, чтобы я взял кольцо шамана. Удачи, удачи. Убивайте, убивайте. Блять, я один, кто выжил. Про какую скорость вы говорите? Вот это, которая мне сейчас пипец как нужна. И пассивка имбовая. Блять, я не успел чуть-чуть аегис нажать. Просто хотел сказать творческий порыв. Вроде бы я недавно, но слышал, что ранее ты говорил, не надо на Зевса вампирик, вроде как. Я не помню такого. Но может быть и не надо, знаешь. Никого топка не пробив, у него и так только один айтон на КД. Самое правое колечко. Самое правое колечко. Кольцо шамана. Давайте будем пробовать. Господи, ребятки, что сегодня за день такой хороший? Столько подписок, столько... Вообще вьюверов много стало, я заметил. Вы заметили? Вы заметили то, что у вас 60 человек сейчас здесь сидит? Вы заметили то, что вы мне надонили столько, что я буду пить? Я надеюсь, вы завтра придете хотя бы без донатов, но просто придете на стрим. Даже не увидел. Я увижу сейчас все. А что не увидел? Что не увидел? Что-то было? Что-то пришло? Ребят, если что-то пропустил, повторите, пожалуйста. 5 из 6 будет обидно. Не факт. Минус стример сопьется же. Но с такими донатами. Ну ладно, я же не пью, ребят, вы же знаете. Тайминг. Что это за звук был опять? Ребят, завязывайте с этими звуками. А, все, хорошо. Все нормально. Все нормально. Столько чел, скорее всего, из-за розыгрыша. Так никто не знал то, что будет розыгрыш именно на стриме. Я разыгрывать на стриме решил только... Только после моего хорошего поднятого настроения. Джек Вал, спасибо за подписку, братан. Добро пожаловать на стрим. И всем привет. Всем привет новеньким. А каким спортом занимался или занимаешься? Я разными спортами занимался. Дольше всего, как ни странно, но я считаю это спортом. Я просто занимался брейкдансом. У меня была своя школа, я тренировал детишек даже периодически.
И было круто и весело на самом деле. Спасибо за подписку на арте. Спасибо, да, Джек Вал, спасибо, братан. Второй раз не увидел. А что? Ой, я кого-то убил. Ты уверен в своих силах, слон? Я надеюсь, что нет и один клал болт на розыгрыш. Ретрит, а так. Мое сообщение. Блин, напиши еще раз, пожалуйста, ее. Че я недавно выпил, придется снова наливать. Наливай, конечно, братан. Первый тортик коктейль. Здорово, здорово, 28. Я знаю, что я очень старый для вас, ребята, для большинства. Йован, байт тебя на повтор, нравится ему это читать. Я правда не прочитал, правда. Я доклад свой болт на розыгрыш. Хорош, винтик, спасибо большое. Еф, ну напиши еще раз, пожалуйста, но я правда не увидел. Отходим от такой безупречной логики. Да, это очень странные ребята, как бы, но... Давай быстрей. Хрена старый выглядишь на 50. Я заметил, на Фрей обычно собирают все кольца. Ну не все, но да, там 2-3. 2 берут точно. Ева секс. Ева, да. Только я ее видел, а вы ее не видели. А там-то все нормально, ребят. Блять, алло. Господи, как я это сделал? Как я это успел сделать? Можно поддержку без донат, Фарт? Ты правда лучший стример и хороший человек. Спасибо большое, Ева. Спасибо большое. Я правда не видел, это не байт. Спасибо. Конечно, без донатов. Донат — это не обязательная вещь, ребят. Это сугубо личная возможность, так сказать, каждого поддержать стримера. И не более того. Вот Ева секс КЗХЗ, так ты ее не видел, а я видел, я же тебе говорю. Нет. Нет. Зачем я туда залез, блин? Тебя не видит. Спасибо, Ева, большое тебе за твою словесную поддержку. Лол, Ева кто? Ева эльф. Калачик в нашем сердце. Что за херня тут происходит? Иван, мне надонатили столько, что тут происходит все, все самое лучшее. Фу, тупой смайт. Ни одного меня боятся. Ой-ой-ой, если бы она его подкинула, было бы жестко-жестко. Господи, сколько я урона наношу, а?
Алло, он только что улетел, блядь, у него что? Бля. Дядьки, не пробиваешь. Да вижу уж. Хорош, хорош, ребятушки. Покажи, сколько надамажил потом. Да, окей, хорошо, конечно. Я же очень странно, куда он тут, я не знаю. Вот такая вот каточка вышла, ребятушки, и поэтому я ее, естественно, залью на YouTube просто ради интереса, как вы посмотрите, как мы из говна выбрались и выиграли эту катку, поэтому нужно будет лайк поставить и на канал подписаться. Спасибо.